Всем доброе утро! Сегодня 9 декабря. Несмотря на то, что я встала сегодня в 6 утра, завтрак у меня только сейчас. А на завтрак у меня сегодня омлет с помидорами, капучино и вот такая лепешка с сыром. У Роберта уже второй завтрак, на первый у него была каша. И сейчас, внимание, 13:38. Все это время я ходила голодная, но я переделала просто кучу дел, которые мне нужно было срочно сделать, я откладывала целую неделю. Я успела приготовить завтрак мужу, Роберту. Роберт успел еще раз поспать. Затем я выгулила Роберта и Бентли. Кстати, там очень снежно и холодно. Я сейчас пущу пару кадров, посмотрите, какая красота была на улице, как радовался Бентли и Роберт. Робертом, по уже нашей традиции, сорвем пакетик с заданием из нашего календаря и посмотрим, что же мы должны сделать сегодня. Роберт? Это! Вот этот вот, номер 9 сегодня, 9 декабря. Открывай. Открывай. Нет, обучение уже. Нет, я знаю, что ты убежишь. Роберт обычно берет карточку, убегает и половину съедает, поэтому сегодня я его держу. Давай, солнышко. Нет? Ты хочешь убежать, сесть? Как всегда? Ну ладно. Какое задание у нас сегодня? Открывай. Опа! Ей, я поймала. Выучи... А подожди, на что, два? В пакетике каким-то образом оказалось два задания, и одно из них Роберт уже успел... отнести в лежак, чтобы грызть, поэтому побегу догонять. Так, отдай, пожалуйста. Это кусочек, нам нужно собрать полное задание. Давай еще. Мам, я съела кусочек. Молодец. Вкусно было хотя бы, скажи, пожалуйста. Сегодня укрась свою любимую кружку новогодними наклейками, рисунками или блестками. У тебя есть любимая кружка? Перед тем, как начать украшать, нам с Робертом нужно выбрать чашки. Если честно, моя любимая чашка на данный момент выглядит вот так. Она уже новогодняя и совершенно не требует украшения. Вот здесь есть такой прикольный мишка на красной машине и надпись «Joy to the world» – «Радость всему миру». Максимум, что я могу сделать, это добавить блесток. Но это будет неинтересно, правда, ребят? Поэтому эту чашку мы оставим в покое. Пусть она идет туда. Я буду сегодня украшать обычную икеевскую чашку. Мне ее не жалко, поэтому я надеюсь, что получится что-то очень классное, из чего я захочу снова пить чай или кофе. А Роберт, какую чашку ты будешь украшать сегодня? Это. Эту? Свою белую чашку? Да. Покажи, что у тебя за чашка. У Роберта вот такая беленькая чашка с зеброй. Зебра здесь совершенно не новогодняя. Мама, посмотрим, что придумает Роберт для своей чашки. Мама, его украсить. Да, ты будешь ее украшать. Мишку, наверное, надо посадить куда-то в другое место? Нет. Хочешь, на стул посади его, сходи. Я вырезала вот такую картинку, но понадобится нам не она, а силуэт, который я вырезала из нее. Сейчас увидите зачем. Приклеиваем его на чашку при помощи скотча. Вот так. Теперь мы возьмем спрей и при помощи спрея попробуем залить эту область. Теперь посмотрим, что же у нас получилось. Делаю это в первый раз. Без какой-то инструкции, поэтому... Ага, немножко вышли за пределы. Видите, что получилось? Я сейчас бегу за ватной палочкой, попробую быстро-быстро подтереть. А пока моя кружка сохнет, давай мы с тобой посадим ель. Помнишь, мы замачивали семена? Помните? Да! Вот земля,
А вот это семечки. И сейчас мы с тобой посадим их в землю. Для этого надо отложить ножницы. Смотри, это земля. Бери семечки и сажай в землю. Теперь мы возьмем пищевую пленку и закроем семечки, чтобы получился парниковый эффект. Да, Роберт? Да. Ты согласен? Да, да, не приклеилась. Все. Вот так. Теперь нашу ель мы будем поливать, да, проветривать. Каждый день. Тем временем мой силуэт золотого корги подсох, и я буду приступать к белой части. Роберт молодец, справляется чудесно. Я работаю чисто подручными средствами, потому что совершенно не предвидела украшения чашки, у меня не было возможности сбегать сегодня в магазин. Поэтому глаза мы будем рисовать черной краской. Черным лаком, извините, не краской даже. Теперь у нас есть вот такой корги. Наверное, я с самого начала должна была сказать, что я совершенно не представляю, что я делаю. Но у меня есть какая-то сумасшедшая задумка в голове, я пытаюсь реализовать ее подручными средствами. Отлично. Итак, у меня была сумасшедшая идея нарисовать ему красную шапочку, но я понимаю, что если я еще раз буду что-то здесь заливать белым спреем, то я испорчу всю картинку. Поэтому красная шапочка с белым помпоном отменяется. Вместо этого я сейчас сделаю кое-что другое. Мы попробуем дать нашему корге еловую веточку в пасть и ее украсить. Посмотрим, что получится. Работаем! А что получилось у тебя сегодня? Покажи, пожалуйста. Как красиво! Молодец! Ты обклеил чашку наклейками и даже добавил снеговика. Молодец, Роберт, очень здорово. А я сегодня сделала вот такую чашечку с корги, которая держит подарки, и еловую веточку. Сегодня мы справились с очередным челленджем, украсили наши чашки. Единственное, теперь их нельзя мыть в посудомойке. И, наверное, вообще мою чашку мыть совершенно нельзя, да и Роберта тоже, потому что клей отклеится. Если ты ребенок и собрался делать поделку, пожалуйста, спроси сначала у родителей, какую чашку можно взять. Не надо устраивать маме сюрпризов, хорошо? А то она потом будет ругаться на меня. Угу. На этом мы прощаемся с вами до завтрашнего видео. Ставь лайк этому видео, подписывайся и... Роберт? Как мы говорим? Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!